Всем привет! Сегодня я поведаю вам о новом виде червей, названных в честь действующего президента США, омоложении на клеточном уровне и экспериментальной установке связи. Подробности далее. Профессор колледжа Сент-Мэри Томас Платт принял решение назвать новый вид крошечных паразитических плоских червей в честь президента США Барака Обамы – Барактрема обамаи. Ученые считают, что для Барака Обамы это честь, поскольку его именем назвали новый биологический вид. После открытия, описания и выбора наименования для нового вида червей, Платт, дальний родственник нынешнего президента США, намерен завершить карьеру, за время которой он открыл более 30 новых видов. По словам ученого, их он называл в частности в честь тестя, своего научного руководителя при написании докторской диссертации и других людей, к которым он относился с уважением. В честь Обамы уже названы виды паука, рыбы, а также вымершие ящерицы. Облучение клеток организма человека холодной плазмой приводит к их омоложению. В них снижается концентрация веществ, связанных со старением. Это открытие ученых из Московского физико-технического института Института РАН позволит сделать серьезный шаг в лечении незаживающих ран. Положительные результаты, наблюдаемые после плазменной обработки, могут быть связаны с активацией механизма аутофагии в клетках, который ведет к тому, что из них удаляются поврежденные органеллы, что в конечном счете перезапускает обменные процессы и ведет к регенерации. Эта проблема особенно актуальна для людей, страдающих диабетом, ВИЧ и рядом других серьезных заболеваний. Казанский федеральный университет представил экспериментальную установку связи на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Установка «Геракл» генерирует и безопасно распределяет ключи связи между двумя пунктами связи. При этом, чем чаще сменяется ключ, тем выше стойкость применяемого шифра. Работа «Геракла» основана не на математических алгоритмах. Она использует стихийную природу случайных физических процессов. Ключи создаются и обновляются в полностью автоматическом режиме без участия персонала, что исключает человеческий фактор. Их невозможно перехватить, и они используются в течение ограниченного времени. Это были самые интересные новости науки на сегодня. Пока!